сегодня у нас на обзоре Neche 1300, в которой присутствует кнопка Start-Stop Reverse, механический регулятор ширины зигзага, длины стежка. Также можно шить двойной иглой, штопка-вышивка, то есть отключение рейки транспортера. Рейки транспортера 7-сегментная, подъем лапки до 16 мм. Челнок горизонтальный, присутствует регулятор переключения операций, петля, соответственно, в автомате, подсказка по управлению, линейка на корпусе, рукавная платформа. В комплекте присутствует у нас катушка-держатель, спарыватель, отвертка, три шпульки, иголки, катушка-держатели, лапка для петли, для фестонных строчек, для молнии, для пуговиц и направитель.